Преступление без наказания на водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе, никак не заведут уголовное дело. История реанимации, отписок и волокиты в большом репортаже из Краснослободска. Зеленый свет. Главный гаишник Мордовии Сергей Гагарин уходит в отставку. Где теперь он будет работать и чем запомнились 9 лет его руководства региональной госавтоинспекцией? Вешние воды, паводок не отступает. Реки отрезают от остального мира целые улицы и смывают дороги. Куда в Мордовии сейчас можно только на лодке доплыть. Телемост с президентом. Владимир Путин открыл в Саранске новое фармакологическое производство, от чего теперь будут лечить мордовские лекарства. Нам доверяют больше. Кредитный рейтинг Мордовии улучшился до нормальных значений. Что на это повлияло? Саранск-Донбасс. Две встречи уходящей недели. В Мордовию в отпуск вернулись участники СВО, а в Донбасс приехал очередной гуманитарный груз из нашей республики. Большие кошки тоже кошки. Новорожденные котята леопарда, снежный барс и не случившаяся львиная любовь. В конце выпуска.